В далекие 90-е, когда диетическая варенка была деликатесом на прилавках гастрономов, а контрабандные варенки – деликатесом под прилавками фарсовщиков, именно эти позывные собирали у голубых экранов мальчишек и девчонок, а также их родителей, чтобы хоть одним глазочком взглянуть, каково оно там, где всегда светит солнце, где есть секс, и где живет американская мечта. Клуб Болеро. Именно поэтому эта ночь с ностальгическими 90-210. Welcome to Beverly Hills. Беверли Хиллз смотрели? Конечно. Кто любимый был герой? Келли. Келли и Дилан. Ну, я, честно говоря, надеялась услышать сначала Дилана, а потом уже Келли. Ладно, главный вопрос. Заставку помните, как начиналось? Помните? Помню, помню. О, у нас сейчас с вами будет задача приблизительно это воплотить. Наша личная заставка «Болеро 90-210». Какая музыка тебе ближе? Наша отечественная или все-таки заграничная? Все зависит от самой музыки, мне кажется. Ну, какой саунд в настоящее время является более качественным? Ну, забугорские, конечно, все-таки как ни крути, но наши не сдают позиции, стараются, работают. Поэтому есть очень много качественного материала, качественной музыки. Сейчас, вот на данном этапе, у меня как-то это все вот очень близко. Сегодня мы говорим о сериале «Беверли Хиллз». Хотелось туда попасть? Конечно, мне кажется, на этом фильме ты наблюдал, как строятся отношения, зарождается любовь. На самом деле мы все хотели, чтобы у нас в школе появился какой-нибудь Брэндон или такой Дилан, плохой мальчик, наверное, да? Конечно, я думаю, именно с этого сериала все и началось. Выглядите сегодня. Позируй, давай, красотка. Где подсмотрела лук? Честно, нигде. Это полет фантазии. Наверное, да, настроение такое. А если бы предложили сняться, например, в ремейке Беверли Хиллз 90-210, пошла бы в роли Келли? Смотри, у нас есть программа «Коза». Представим, что это кастинг. И ты, как модель, сделай нам красивую проходочку туда-сюда. Делаешь? Если тебя попросят исполнить композицию группы «Ленинград»? Не получится. Ты что, очень скромная? Слишком много плохих слов. Культурные девочки, которые ходят в очках, они не матерятся, правда? Я считаю, на самом деле, что иногда в жизни не хватает такого острого словца, чтобы договорить свою мысль. Но для меня сцена – это все-таки место святое. Если сейчас мы будем говорить о американской мечте, какая твоя американская мечта? Я думаю, иметь звездочку на дорожке. Хотите? Сейчас я вам подарю звездочку в клубе «Болеро». Давай. Сейчас. Теперь ты будешь знать,
знают, что в клубе Болеро есть твоя личная звездочка. И теперь, фотографируя здесь, ты будешь знать, что ты, ну, не голливудская, но болерошная.